Этот маленький пушистый бочоночек в белых носочках – девочка Ася. Ей от 1,5 до 2 лет. В приюте считается одной из самых активных и дружелюбных. Любит других собак и с радостью идет к человеку. Как Ася попала в приют и что с ней было раньше, неизвестно. Когда ее нашли, она была сильно истощена. Животное явно недоедало. Сейчас это настоящая ягоза. Бодрая, звонкая, шустрая. Я думаю, что ей нужны более активный хозяин, потому что она такая девочка довольно любит гулять на свежем воздухе, любит активные игры с другими собаками, поэтому, думаю, хозяин тоже должен быть довольно таким подвижным, активным. Кроме Аси, в приюте живут около 30 четвероногих. Есть активные, есть спокойные. А еще там обитают собаки, которые до сих пор не идут на контакт с человеком. Боятся. С каждым из них работают специалисты, собачьи психологи. И шаг за шагом, день за днем, брошенные и обиженные животные снова учатся доверять и жить по-новому. И каждый из них очень хочет быть чьим-то верным другом и любимым питомцем. Анна Соколова, Илья Косенков, Новости Севастополя.